как набрать? Французский? В Макдональдсе. В Израиле. Французский? Русский. Какие, блин. Комбо за 20 шекелей, это нам подходит. Комбо. Бигмак наггетсов, бигмак или 2 гамбургера. О, вот это нормально. 4. Давай по гамбургеру. По гамбургеру опять? Или бигмак лучше? Не, ну я говорю, может тут один гамбургер все возьмут. А, типа на двоих так лучше? Нам же еще надо еду сожрать. Ну, правильно. Виноградный сок. Это все входит, да? Тогда лучше виноградный сок. Виноградный сок? Или? Синюк. Там же, наверное, добавляют какие-нибудь. Нет. А, нет, это минеральная вода. Что будет? Ну, мне? Ну, спортфан, спортфан, блин, ну куда? Давай спрайт. Что значит сок? Это что значит? Лед не надо? Лед не надо, да. Да, это соображает. Тоже кофе. Мы будем брать кофе. Кофе от комбо нельзя купить? Ну, что будет? А что значит эспрессо длинный, а? Не знаю. Двойной, наверное. Эспрессо длинный, эспрессо добавление воды, или сборы какие-нибудь зерна. Такой американо есть, я не знаю. Я американо тоже буду. 56 миллилитров. Эспрессо длинный воды. 36 миллилитров. Думаю, американо. Обычный. Один ты взял? Да, я взял капучино. А мне американо тоже. Большой. Гулять, как гулять. А, я тебе мало американо, да? Да. Есть еще макиато? Не надо, не надо. Кофе макиато с шоколадом? Что, макиато? Слушай, я еще просто открой цены на гамбургеры, чтобы и на салаты. Я просто видео сниму и выложу. Да-да-да, иди садись. Да-да-да. Даду. Короче, 8 шекелей. Самый недорогой кофе, да? Это 160, ну 155 рублей где-то. Сахаров нету здесь на столах? Ну они дадут же сахар, блин, я думаю. А? Сахар не дадут. Он отдельно заплату, что ли? Нет, наверное, заплату, но надо внести. Иначе не дадут. Тогда каждому кофе по 3. Не надо. Сахар надо отдельно пробивать. Посмотри, почем салаты и гамбургеры всякие, почем. Ну, вообще, пооткрывай всякое. А ну, убери руку, чтобы я видел. 41. Гамбургеры.
работа. Обычный гамбургер 8 шекелей. Нормально, не так дорого. Ну, тоже, в принципе, не, видишь, а ну, салаты теперь открой. Салаты открой. Открой салаты. Сорок два шекеля. Тридцать три. Не, нам сейчас не надо, у нас с собой же там полно. Все. Ну открой еще что-нибудь. Только руку убирай, когда нажимаешь, сразу убирай, чтобы нужно было рыба. Вегетарианский есть. Ну, новинки открой. Что это? Так, а что ты, подожди, как ты это набрал, оплатить, как мы можем, нет? Слышь? Круглый полосок, да? Попробовал, или не брать? Соус Техас. Соус ходит на полосок? Вроде да. Угу. Мега Мумбай, что это такое, видел? Мега Мумбай. Там чуть-чуть назад. Я не знаю. Хотите подарок? Отвечайте на вопрос электронной квитанции. Надо? Ну давай. Подарок. Что это значит? А, наличными здесь можно. Вон что. Все, подаем на стол того. Наверное, нет. Это за что? Надо вставить. Ну, за еду. За верху. Тут кофе мы взяли. Еду взяли. Точно? Точно. Три кофе, да? И... Кофе, бомба. А, ну давай, оплачивай. Есть? А, тут даже монеты можно вставлять. Ёлки-палки. Можно монетками оплачивать, оказывается. Взяли? Взяли три кофе и два гамбургера по скидке. 57 шекелей. Ну зачем нам? Ченсел, наверное, да? Распечатать инвойс. Ченсел, пропустите, распечатать инвойс. Зачем нам? О, забирай. Все.